Настин блог. Это не Настин блог, это Настин дневники. Я хочу запечатлеть каждую секундочку вообще этого события в моей жизни. Мы едем в Майами. Я учила испанский 4 месяца для того, чтобы презентовать там свою песню на разных программах. С нами еще поехала девушка. Она наш талисман. Она армянка. Мы взяли ее за Кардашьянку. И еще с нами Лерочка. Лерочка, моя рыбка, которая вообще все это организовывала вместе с ребятами из НКТИМ. Илона Вова Лева. Мы сейчас сидим в аэропорту, как нам жутко вас не хватает. Ребята, когда вы будете смотреть это видео, знайте, что мы вас очень любим. Все время вы с нами, на самом деле, находитесь. Настя, я делаю это не для съемок. Чего вы повскочили? Я не понимаю. Повскочили. Повскочи. Что ли мне поприседать уже, я не знаю. Настя, я тебя поддержу. Это Настин блог. Проснулась в 6 утра, на улице очень-очень еще темно, уже такая опухшая, организм вообще не привык. Но надо работать, главное, чтобы все получилось, и голова работала вот здесь. Доброе утро! Доброе утро! У нас очень классное настроение, я собралась, я накрасила тело. Накрасила? Еще пока лицо не красила, собираюсь в пробках краситься, нам ехать целый час. На Телемундо. Телемундо! Телемундо! Quiero hablar con ellos en español, pero no les comprenden, comprenden nada. Yo comprendo español maravilloso, sabroso, no worries, everybody, come on, muchas gracias. Ань, ты готова? Yeah, muy bien! Это Настин блог. Телемундо, мы тут! Настюха, получи удовольствие. Yeah. Веселись, улыбайся. 3, 2, 1. Es canción muy emocionada de los hombres peligrosos. Была моя первая передача. Блин, я разговариваю на 5 языках, это так круто. Я никогда не думала, что у меня получится. Не, вру, я всегда знала, что я сюда доберусь. Ребята, только что было мое интервью на People Talk. Мне показалось, что у меня получилось. I was good. Oh, it's perfect. Yeah, it was perfect. Yeah. Thank you! For example, here, we can go just everywhere and you will eat and it's oh my god, it's so good. Мы едем на радио и параллельно заезжаем покушать, потому что я очень хочу сифуд. Вы знаете, что в Америке самый вкусный в мире суши и рыба. В общем, короче, едем жрать. Что мне хотелось бы вам сказать? У меня в печеньках, вот эти китайские печенья, да? У меня попалось Believe in Miracles. And I will say we do. Мы все здесь оказались, потому что мы очень сильно мечтали. И у нас очень клево все получается. Дальше радио, дальше шоу, лайв-шоу, где я буду выступать и петь свою песню. Так что смотрите, очень интересно будет. Мы приехали на радио. Россия на Украине. Все Украине, sí. Ucraniana, ¿cierto? Ucraniana, sí. Yo hago un programa que se llama Brillan las estrellas. Sí, y por favor, no puedes no decir muy rápido, por favor, porque no puedo comprender. Entender. Sí, entender cuando muy rápido, sí. Yo estudio solo cuatro meses. Español. Muy bien. Gracias, es porque viví en Italia. Por eso muy fácil, sí. Aprender. ¿Sabes NK? ¿Qué significa no, NK? No. Es dos primeras letras de mi nombre y apellido. Okay. Porque es muy difícil para hispanohablantes decir Kamensky, Nastia Kamensky. Por eso dejo solo dos primeras letras. Hola, soy NK. Un saludo para Wow, la revista. Очень сильно забьют нос, меня это беспокоит, потому что здесь на улице 32 градуса, а внутри все время везде эти кондиционеры. Ну это... акклиматизация. Это достаточно тяжело, 12 часов перемахнуть через океан и сразу же в первый же день прийти в себя. У нас сейчас будет еще одна съемка, сегодня у нас вообще такой ударный день, хотя кого я обманываю, все 5 дней. Полигросо, промо-ран, и сейчас вот спустится за нами. Я перейду к Вуате и пойду в кадр. Я уже так, кстати, первая программа, ее очень сильно переживала. Особенно, когда ты попадаешь в лайв, то сейчас, конечно, меня за уши не оттащишь.
Прям я настолько спокойная, вообще могу часами говорить на испанском. Откуда-то вылазят какие-то слова, которые я вообще не помню, что я их помню. Ну классно. Честно сказать, немножечко подустали, потому что джетлаг, он дает о себе знать, но вообще в целом вау. Mucho gusto. Okay, ¿cómo estás? Mucho gusto. Encantado. Gracias por venir, ¿eh? Sí. Yo te voy a ayudar, ¿ok? Gracias. Y tranquila, yo no soy peligroso. My name is Boncos. Boncochen. Anastasia, mucho gusto. My name is Boncochen. 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 Este es mi videoblog. Okay. My name is Bonkochenko. I am Ukrainian, but I don't remember the any word. Because coming here, the little boy. So I born in Ukraine. In Lomachenko Street, Hospital Chechenko, Klitschko House. Mama Ukraine, love you. Дуже гарна студія, і я дуже рада, що я презентую свою пісню на іспанському телебаченні. Ми приїхали на комедійне шоу. Просто смотрите далі, будь ласка. Только що ми летуча миш. Чуть у Лёши в волосах летучая мышь не запуталась. Да, да. А туфли где твои? У меня. Тапки. Тапки. Настя, сумка у тебя очень, конечно, моднявая вообще. Что ж ты преследуешь меня? Глаз выпал уже давно. Где мы находимся? Это вообще стиль. Посмотрите, посмотрите. Это что-то странное происходит. Thank you so much. I'm a coach of the Voice of Ukraine. And I'm a coach of the X Factor. You're a good singer. Yeah, you're it was very good. Yeah. It was very good. Really, really good. Yeah. Beautiful voice you have. Thank you. Так, возьмем себе, заберем мальчика с Лешей. То есть куда мы его, то ли в голос, то ли в X-Factor, куда? Ребята, да. На сегодня работа закончена. И, кстати, я хотела сказать вам, что эта женщина мне пошила платье. И еще предыдущая, которая смотрит черненько. Это женщина, это великовозрастная моя женщина, нашила мне кучу-кучу платьев. Ребята, это всего лишь был первый день. Посмотрите, как я. Как она вообще приехала в другую страну, выучила язык и рвет здесь телевизионная передача. Вы представляете, чего этот человек добился? Каждый день на площадке звучит одно. Украина, НК, и мы гордимся тобой. Пелигроса. Опасность. Кто не смотрит вторую серию второго дня, тот не вообще... Умрет. Да, тот умрет. Смотрите, как нужно достигать своих целей. Когда ты безумно этого хочешь, знаешь, тебе не страшно ничего. И я этому доказательство. Вы думали, что сегодняшний день закончен? Нет, все интересное только начинается. Посмотрите, какой бомж I am. А банан с чесноком нет? Ничего не бери, ничего нельзя. Ну, мам! Жвачку, все, максимум. Вон яблоко возьмешь, а можно такую смотреть? А Аня матюкается, я маме расскажу. А, не дыши мне в эту штучку. А шоу-то продолжается? Мне кажется, у этого влога... Всем проблем спасает Бармен.
Что тебе кажется? У этого влога будут дрожащие руки от смеха. Вы знаете, и не надо тебе пить для того, чтобы быть сумасшедшим. Вот смотри, какая красивая фотка выложила. Слушайте, ну у меня реально подрезанный как будто нос. Я похожа на Майкла Джексона. Честное слово, особенно при каком свете. Так видно? Я его не резала, клянусь. Я вообще ничего не делала. Дай проверить сейчас. Нет, так я думала, что он упадет сейчас. Ну правда, вот реально, у меня все, посмотри. Посмотри нос. Аня! Леша, не покупай, ей штучек этих вообще не покупай. Водичку надо взять. Так, все, водичку найдем. Завязывай вот эти. До завтра.